А сколько ты гитар берешь на концерт? Одну? Нет, я никогда одну не беру на концерт, потому что струна может порваться, опять-таки, в любой момент, любая. Ну, с учетом их естественного износа на протяжении 2 лет. Да. И менять ее во время концерта, ну, понятно, локовые колки, или даже не локовые, если там низкая струна, это, опять-таки, несложно. И благодаря тому, что здесь не флойт, это, опять-таки, не представляет какой-то большой проблемы, но все равно значительно быстрее, проще, удобнее, легче взять просто вторую гитару.